уже много кто зовет. Привет, Таджикистана, привет. Да, я еще тут. Сейчас я уже буду завершать потихоньку. You look amazing today, thank you. Привет, я из Узбекистана, приветик. Я Казахстан, Павлодар. Привет. Туркменистан, привет, привет, приветик. В основном когда, не знаю. Девушка, пойдем гулять сегодня, но не знаю. Не знаю, Илья. Привет, госпожа. Здравствуйте, здравствуйте. Замужем? Нет. Вау, это же самая красивая девушка. Спасибо. Привет, Армения. Спасибо за розочку. Thank you. Hello from Thailand. Hello. Скажи, пожалуйста, ассалам алейкум, нукус. Ассалам алейкум, нукус. Ты красивая, как водопад. Спасибо. Смотрела твои фотки, красотка. Спасибо. А Азербайджан? Нет, привет. Привет, Азербайджан. Привет, милая девушка. Привет. Спасибо за розочку. Илья. Молчи. Спасибо за розочку. Сколько годиков? Я на трансляции не скажу. Ашот самый лучший. Спасибо за розочку. Привет, Чирик, скажите. Привет. Приветик. Новый скрин делай. Сейчас сделаю. О, еще и розочку. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Что завидовать ты? Скажи, Илья, ты адекватный? Спасибо за розочку. Приветик, приветик. Ой. Спасибо за розочку, спасибо. Привет, детка, привет. Привет, красотка моя, привет. Такая красивая, влюблюсь. Спасибо за мороженое, Миша. Ты так красиво, невыносимо, спасибо. О боже, у меня столько зрителей, 300, офигеть. Добрый из Армении. Привет, обычная девушка, как скажете. Привет, Сатаны, очень красиво, спасибо. Как дела? Все хорошо, спасибо, у вас как? Симпатяшка, спасибо. Лан, пока, пока. Hello, I'm from Indonesia. Hello. У тебя такой милый голос, спасибо. Привет, Брест. Ух ты, до 500 го. Да блин, я уже хотела завершать сейчас. Ну ладно, давайте до 500 попробуем добить. Уже, тогда лайкайте, уже 7000 лайков, офигеть. Ты такая, ой, блин, так комментарии быстро. Ты такая красивая, спасибо большое, спасибо. Когда в Ату, не знаю, хочу, хочу. 437 уже, офигеть. Подожди, все будет, отвечаю, да я не сомневаюсь. Первый подарок от... Спасибо, розочки, спасибо за розочки большое. Передай привет Уфе, привет Уфа. Спасибо за подарок, спасибо большое. Спасибо за мороженое, спасибо большое. Передай привет Уфе, девушка Турция Пейдж, поеду, поеду. Спасибо за подарочек, голос просто комфорт, спасибо. Спасибо за каблучки, спасибо большое. Ой, спасибо большое. Тапаем, тапаем, тапаем. Как вы тебе будешь, скажи встречу. How old are you? Я не скажу. Ты с массажки ушла, что? Нет. Привет из Казахстана. Какая еще массажка? Когда приедешь из Узбекистана? Ксюня, всем Ксюням. Ксюня красивее. Красивая, спасибо. Где работаешь сейчас? Сейчас нигде. А, она еще не узнала меня. Я тебя узнала. Узнала. Привет. На час можно возьму? Нет. Можно такое мне не писать? Красиво, спасибо большое. Привет, меня ты не узнала? Нет, не узнала. Привет, как дела? Привет, приветик. Да какая еще массажка, боже мой. Привет, сколько тебе лет? Я не отвечу на эфире. Боже, можно мне такое не писать? Я отключаю всех, кто впишет. Сглазил. Вот, сглазил, да. Ну ладно, ничего страшного, в следующий раз. Привет, тетя Юганска, привет, очень красивые глаза, спасибо, спасибо большое. Да реально сглазил меня, у меня теперь вообще меньше намного. Ладно, ничего страшного, ты очень красивая, спасибо большое.
Что нового? Ничего. Девушка меня узнала. Тебя, безусловно, узнала. Как тебя не узнать? Сзади кто-то стоит. Никого нет. Я одна. Спасибо за розочки большое. Спасибо. Можно завершать. Да, вот сейчас вот завершу уже. У тебя красивый живот. Спасибо. Откуда ты? Я с Павлодара, Казахстан. Спасибо за розочки. Очень обаятельно. Спасибо большое. Спасибочки большое. Боже. Я всех вот отключаю, чтобы не писали такое. Так. Go Shimkent. Закрой дверь, пожалуйста. Нет, не хочу закрывать дверь. Очень красивая девушка. Спасибо большое. Кто по национальности? Я русская, но у меня папа татарин, татарин, я не помню, как правильно. Вот, но он наполовину. Наполовину украинец, наполовину... Покажи сердечко для видео. Спасибо за розочки большое, спасибо. У тебя красивый глаз, спасибо, но у меня их два. Спасибо за мороженку. Татуин. Спасибо за розочки большое. А мама кто? Мама русская, мама русская. Спасибо за розочки большое. Носила брекеты? Нет. У меня природа зубы ровные. Маме зять не нужен? Нет, не нужен. Не нужен, спасибо. Скажи привет, Заур, пожалуйста. Привет, Заур. Но вы в Казахстане. Да, я в Казахстане. В чем смысл стрима? Просто стрим. Хотите, не сидите. Ваш выбор. Сколько лет? Я не скажу на эфире. А, приветик, привет. Ой, привет, Диме, приветик, Дима, спасибо за подарочки. Сколько тебе лет? Мне не скажу, сколько лет. Спасибо, да, у меня красивые ногти. Привет, Алан, можно выйти за тебя? Нет, нельзя. Илья, успокойся, а дед не нужен? Нет, не нужен. Но, так, замуж не хочешь? Нет, пока не хочу, рано еще. Привет, приветик. Спасибо за розочку. Спасибо за подарочки большое. У меня уже 10 000 лайков. Спасибо большое вам.